Ух, вот это был перерыв. А также здравствуйте. Мы оказываемся в такой версии на закате. И у нас есть уже оружие некоторое. И прежде чем я забуду, давайте зайдем вот за эту колонну и возьмем секретные ракеты. Ну и дальше все остальное оружие, чтобы появились первые монстры. Ничего сложного, куча безголовых и одноглазых. Но нужно просто задать тон. Также здесь есть еще один секрет. Отсюда не видно, но вот там располагается маленький лягушонок. Если его подстрелить, то прибегут его озлобленные друзья. Забавная штука. Появляемся вот здесь вот, на этой площади, и после подбора двустволки на нас побегут скелеты. И тут будет еще парочка боев, довольно интересно. Пока что это просто скелеты и двустволка. Бессмертная классика. Благо, они в разумных количествах поступают. Поэтому при правильном перемещении никаких сложностей не возникает. А, кстати, да. Я очень хотел, чтобы такой же момент на записи попал. Эти скелеты почему-то всегда вот так вот стоят. Неразбуженные. У них, видимо, диалог происходит какой-то. Давайте вмешаемся. Привет, дружище. По аккомпанементу вот этим кукурбита появятся бомбермены. В достаточно внушительных объемах. Под их бараш гранат лучше не попадать. Но они неплохо помогают в подранивании кукурбита. Ой. Смотрите на это. Не понял. А, еще вот этот потерялся. Да, после убийства их всех появляется Томми Ган. Новая игрушка. И также волна этих вот уродцев. И этих уродцев. Для начала сосредоточимся на биомехах. Можно закончить их. Я надеюсь, за спиной меня никто не появится. Конечно же, появился. Но обычно, когда бегаешь кругами и за спиной прямо никого нету, то урона здесь не получаешь. Ну да ладно. Супер, мы можем продолжать. Была надпись «Дверь открыта», и это речь идет вот об этой двери. Немного пополним запасы. Суть в том, что для того, чтобы пройти дальше, нам нужно собрать два крыла. И в этом строении находится одно из них.
Здесь мы наконец-то получаем ракетницу. И даже того, на ком ее можно испытать. Про того скорпиона тоже не забываем. А зорги здесь играют роль утопленников. Они просто прыгают сюда и задыхаются. Балбесы. Тем не менее, вот первое крыло. О, я забыл про тебя. Но это единственное препятствие. Я, наверное, еще два клира на выходе, насколько я помню. Она можно уничтожить ракетницей и... Таким образом получается сердце. Возможно, даже слоновье. Слоновье сердце. В этом достаточно большом помещении ничего страшного происходить не будет. Просто после поднятия брони появится несколько зоргов. Так, далее заход. Вот. Прятались они, а? Далее заходим сюда и префаером просто по центру две ракеты. Туда лучше не падать, там смерть. Я проверял. Так, и вот попадаем в такой достаточно знакомый по вавилонским уровням зал. Лучше здесь стоять по центру. И отстреливаться потихоньку от отступающих монстров. Пару ракет сюда, пару ракет сюда. Немного автомата внутривенно, ничего страшного. Все пройдет. Все вылечим. И вы спросите, почему лучше находиться по центру? Да вот почему. Стоит немножко отступить, и эта штука начнет по нам стрелять. Ну и кстати, как вы думаете, после подбора предметов в таком большом месте нас просто так выпустят? Нет, конечно, вот камикадзе. Так, следующий. О, еще камикадзе. Да, и это все. Возможно, еще вот этот зеленый чувак. На самом деле, тот скорпион делает этот бой достаточно интересным, потому что ты выходишь, пытаешься перемещаться, ты понимаешь, что по тебе стреляют, ты прячешься и так далее. Поэтому, осознавая это, лучше держаться как-то центра и отстреливаться. То есть это такое немножко ограничение перемещения. Это достаточно интересно. На выходе нас будут ждать тоже ребята. Скорпиона лучше из автомата ошеломить. Этим по ракете. Мне кажется, это хочет добавки. Отлично. Ну и по возвращению в стартовую локацию мы можем увидеть, что здесь появился рюкзак. Это секрет. Я не знаю, как должны были до этого додуматься, но, тем не менее, он есть здесь. На этой карте достаточно много таких секретов интересных. Я потратил довольно много времени на их поиски. Причем искал просто
играя редактором, я не пользовался, просто потому что не умею. Ну и считаю, что секреты должны быть найдены через геймплей, лично, только таким образом. Тем не менее, здесь вот есть такая зона с бассейнами, и она мне очень напоминает похожую зону из Sirius M Alpha. Там в египетском уровне была похожая, были похожие строения. Бассейн, то есть. Но там не было снайперской винтовки. Берем ее, убиваем этого чувака. Отстреливаемся от... Ой. Отстреливаемся от зеленых шаров и прячемся здесь, чтобы отстрелять этих ребят. No cover, all men. Ага. Вот на той где-то башне. За этим обелиском должен быть. Должен быть. Рептилоид. И раз уж мы здесь, давайте искупаемся. И сплаваем вот за этим рычагом. Так и все, время купания окончено. Потому что рыбки. Много рыбок. Ой. О, я хочу вас взорвать. Отлично. А вот это я называю рыбалкой. В этом водоеме есть еще один секрет. Достаточно выстрелить из ракеты вот сюда. И мы откроем вот такое вот помещение с миниганом и... энергоячейками по какой-то причине. Ну да ладно. Так. Здесь поначалу будет все не так страшно. Камикадзе, зорги. После вот второй холлы лучше держаться немножко вот здесь слева или справа, как будет удобно. Потому что по две стороны появятся рептилоиды. Да, вот он. И вот с другой стороны точно такой же. Убиваем их быстро. Потому что следующий должен быть скорпион. Дальше немножко отходим, держим дистанцию. В скором времени прибегут быки. Они застревать любят в их строениях. Но хорошо, что у нас есть миниган. Я слышал еще быков. Да. У меня почему-то оружие не переключалось. Если вы не против, я заберу здесь все вкусняшки. Дальше также будет достаточно внушительная волна. Но у нас есть sci-fi mambo-jumbo или просто лазер. Который вполне себе справляется со сдерживанием этой волны. Им на подмогу, конечно, приходит рептилоид и демон, но
Мы на них пока не обращаем внимания, просто уклоняемся и отстреливаем. От чего можно уклониться или отстрелить. Сосредоточимся на клирах, потому что они до нас доберутся будет плохо. Можно, конечно, отступить совсем назад, но это скучно. И можно спокойно заняться этими ребятами. Отлично. Прежде чем мы двинемся дальше, давайте найдем пару секретов. Буквально парочку. Здесь есть рычажок, который нам дает доступ к гранатомету. И вот за тем складом уже боеприпасы есть, к слову. Давайте их возьмем. За вот этим складом секретные ядра. Там я не взял, ну ладно. Этот уровень не так достаточно длинный. Лишнее время не будем тратить. А лучше пройдем вот сюда. Это довольно веселая арена. После подбора брони появятся гнары. И далее по таймеру будут остальные ребята. По-моему, тут все по таймеру работает. Ну, возможно, некоторые по убийствам фауны. Появляйся. А, скорее всего, вот эти вот после убийства скорпионов появляются, ребята. После убиения зоргов. Ага. После убиения биомехов, скорее. Появляются скелеты и камикадзе. Благо, камикадзе бегут из центра, поэтому можно относительно спокойно серкл стрейфить вокруг. Отстреливая потихонечку остальных. И все будет хорошо. Ах, да, биомехи. Камикадзе после них. Да, сейчас будет камикадзе. Под аккомпанемент зумбулов и рептилоидов. Это может быть довольно нервно. Давайте быстренько зумбулов уничтожим и займемся всем остальным нонсенсом. Так, и он убирает в первую очередь. Это довольно нервное сочетание монстров. Достаточно интересное. И главное, тайминг как подобран. Здорово. Здесь скорее небольшая передышка, а не бой. Мы можем использовать наш секретный гранатомет. Да что ж такое? И если вдруг потеряли много здоровья, то здесь лежит еще одно сердце. Следом будет, ну, видно, что пулемет, длинный коридор. Мы все понимаем, что сейчас будет плохо. И если вдруг там страшно, то здесь есть неуязвимость.
Секретная, разумеется, но попробуем обойтись без нее. Кому нужна неуязвимость? Ой-ой-ой, я не видел эту ракету. Ничего страшного. Мне бы только брони немножко. Уже была броня? Да, вот есть броня. Удивительно, кажется, что биомехи далеко, но они довольно быстро подходят. И ты не ожидаешь, что они перемещаются настолько быстро. Они перемещаются и создают хорошее давление. Но это еще не все. И это еще не все. Целых три привратника. И все без людей. Какое безобразие. Наконец-то нас выпускают отсюда и видим довольно знакомую сцену по Вавилонской башне. Припасы тут особо собирать нету смысла, потому что нам понадобится здесь только ядра. А после мы все равно получим рюкзак со всеми боеприпасами. И вот, кстати, пушка. И этот бой просто потрясающий. Смотрим. Я не знаю почему, но этот нонсенс мне очень нравится. И вот, это финальная арена. Здесь будет финальный босс. Проверю. Да, все у нас есть. У нас остался один секрет. И последний секрет активируется автоматически, когда мы сделаем... Ну, когда мы найдем все. На этой арене, кстати, будет босс. Возможно, вы увидели имя одного из авторов карты. Поэтому предлагаю держать эту информацию в голове и угадать, что это будет за босс. Пока мы пробежим вот сюда. На этой статуе есть рычаг, который нам дает серьезную бомбу. И после того, как все секреты найдены на карте, активируется суперсекрет или мегасекрет. И появляется куча бонусов на этой арене, что удобно. Так, ну... Чтобы начать бой, соответственно, нам нужно взять эти предметы. Этого чувака можно очень-очень легко выключить. Для этого надо просто как спрятаться где-то за колоннами, чтобы он нас не видел, и монстры нас не видели. И он будет просто стоять на месте, и там его какой-нибудь пиксель можно расстрелять. Так можно было в оригинале сделать, спрятавшись за джампадами, которые по бокам были арены, если помните.
Также можно сделать и здесь, благо колонн здесь хватает. Но мы так делать не будем. Убьем его так, как задумано. По-мужски. И на самом деле сама арена этому способствует. То есть здесь есть ресурсы, которые респаунятся. Рюкзачки и кроссовки. И вся суть в том, что мы просто, подбирая кроссовки, быстро бегаем вокруг арены и расстреливаем все, что движется. Я особо не буду акцентировать внимание на призывных чуваках. В основном на нем. Единственное, только когда они начнут действительно представлять опасность. Демоны еще не представляют опасности особо, но... Рептилоиды и даже красные скорпионы. О, это боль. Он еще и может по два красных скорпиона призвать, когда у него там здоровье меньше половины. Это просто кошмар. Я не знаю, кто подумал, что это будет хорошая идея, но с другой стороны, без них это было бы все слишком просто. Так что, в принципе, я не то чтобы сильно против, хотя я ненавижу хит-сканеры. А вот рептилоиды действительно создают неудобства, потому что их снаряды летят достаточно быстро, и они летят конкретно за вами. Также, кстати, големы могут создать неудобства, потому что предсказывает движение. Так, ты умираешь. Благодаря мега-секрету у нас тут достаточно брони и здоровья. Не менее, вы видите, да, во что уже превращается эта арена? Если угадывать тайминг, то буквально пробегая здесь, сразу же кроссовки хватаешь, как только твои иссякают. И все получается отлично. Ой-ой-ой, меня бык догнал. Ничего страшного. Возьмем вот это. Просто чтобы быть в безопасности относительно. Мне показалось, или он сказал, любишь, не любишь. Я с ума уже схожу. Никогда сейчас не обращал внимания на его фразочки. И... отлично. Так, и он. Так, ну и надо уже всех убить. Вас много. А нет, это скучно. Давайте завершим все это фейерверком. Да. То смотреть, как я бегаю кругами и убиваю этих ребят. Не то чтобы весело. Опасности они все равно уже не представляли. Тем не менее, да, мы завершили этот замечательный уровень. Поначалу он мне не очень понравился именно визуалом, потому что чисто на мой вкус слишком большие пространства, плоские, очень мало деталей. В некоторых местах вопросы возникают к текстурированию, какие-то просто там пустые коробки, квадраты и ничего такого. Но потом, поиграв, как бы осознаешь, что фокус здесь был сделан как раз-таки на боях и на том, как уровень раскачивается. И поиграв в него пару раз, оценив бои, я понял, что уровень прекрасен.
Да, он отличный. Бои здесь классные. Секреты тоже интересные достаточно. Конечно, много времени потратил на их поиски, но, наверное, это того стоило. Да? Будем продолжать эту серию. Мне нравятся уровни, которые в этом мопаке есть. Я еще не играл в остальные. Так только смотрел, что они поначалу из себя представляют, сколько там всего и так далее. Ну да. В общем, ожидайте. Спасибо большое за просмотр и всего доброго.